знаете, каково депутатам защищать интересы своих избирателей, если высший орган власти за чужой счет? Здание от президента, зарплата от президента, машины от президента. Дадут – хорошо, не дадут – так нельзя. Но страна, которую мы победили, живет лучше нас. Че, с какой стати? В космос первый – живем плохо. Немцев победили, японцев – живем плохо. Целину подняли – живем плохо. БАМ построили – живем плохо. Неправильные руководители. Никакого социализма нет и никогда не будет. Поэтому сегодня, конечно, лучше, чем при царе, чем при советской власти. Но сегодня тоже миллионы людей, я прямо скажу, абсолютное большинство граждан страны недовольны.